сезон. Мне Сергей очень приятно присутствовать на этой открытой тренировке с участием Андрея Коновалова. Интересует вопрос такого характера. Вроде мышц спины, толщина и ширина спины, а также возможность смещения с грудью. Ну, возможность смещения, я могу сказать, что достаточно легко это сделать, смещать, когда это нужно. Например, вперед, например, масса набора, да, когда ты начинаешь заниматься на массу без изоляции, на уход там на просушку, то здесь уже включаются законы бодибилдинга, где уже идет разделение, и ты просушишь максимально каждую группу мышц. Когда идет масса набора, здесь не нужно даже совмещать, я бы сказал, несколько групп мышц дают общий стресс. Соответственно, на ширину и толщину спины, да? В моем представлении, пауэрлифтера, то есть становое тяги, да, эротичная ее вариация. То есть широкий хват, тяжело атлетический, там, стиль рывок, да, ширина, вот ширина спины. А подтягивание? Это уже, это как бы базовое упражнение можно сделать, да, а потом ты уже начинаешь разрабатывать. Подтягивание, тяги блока, сидя, да, груди, за голову, это ширина. Соответственно, толщина спины, это, например, уже в пауэрлифтинге становая тяга, да, то есть руки максимально близко к ногам, но шире, чем ноги, да. И опять же, надо делать большое количество повторов, если цель именно объем. Если изначально цель сила и масса, именно как стрессовая масса, то лучше делать там на 3 повторения, например. А в бодибилдинге лучше, наверное, уходить от, ну, или в атлетизме, да, чтобы не травмироваться, уходить верхние амплитуды, то есть сделать штангу на возвышении, чтобы именно вот верхняя часть работала, да, то есть чтобы росла спина. Вот. И подсобные упражнения – это тяги сидя блоков узко, да? Это на толщину. На толщину спины, да. Опять же, тяга Т-образного гриппа, да, узкого. Когда штанг на клинок, соответственно, это уже как бы развивающее упражнение. А совмещать с грудью, конечно. То есть даже, например, в том же жиме лежа, если делать его ближе к технике пауэрлифтинга, то есть с мостом, да, максимально включая корпус в работу, вот поверь мне, у тебя широчайшие включатся в работу, как это ни парадоксально. То есть, значит, они так или иначе участвуют в жиме лежа, причем ты говоришь грудь, да, они как стабилизаторы работают. Соответственно, в других где-то в тягах, да, все же работают широчайшие, а грудная как бы растягивается, да, где-то она работает стабилизатором. То есть одна группа мышц дополняет другую. То есть в некоторых упражнениях они противопоставляют друг другу нагрузку. Соответственно, нужно совмещать грудную и спину, но когда ты идешь масса на бок. То есть если у тебя цель там уже грубо достичь полной развитость мышц, как сушиться, не знаю, подчеркнуть полную группу мышц, уже расстреляй. А на перюзе именно как масса набора, базовых упражнений, это тоже только полезно. Чем больше у тренажеров, да, тем легче изолировать мышцы спины. То есть ширина – это широчайшие мышцы, толщина спины – это столбы, и, соответственно, широчайшие толщины. И главное – чувствовать мышцы. То есть многие делают как бы ход своего движения короткое на блоке, да? Если ты растягиваешь блок, то есть получается, делаешь вот полную амплитуду на блоке, вытягиваешься и максимально их напрягаешь. То есть задача твоя чувствовать мышцу, растянуть ее максимально и сократить ее максимально. То есть не гнаться за силой, за весом, именно прочувствовать мышцу. Также в становой тяге. То есть не стремиться сделать максимально силовое повторение. Это уже пауэрлифтинг, это уже тренировка силы. А сделать максимально чувствую мышцу. Ставили напряжение, ты становой тяги с верхнюю приду. Максимально ее чувствуешь. И ты почувствуешь, когда она у тебя растет в толщину, когда в ширину. Соответственно, всякий блок ты можешь ставить различные насадки, да, шире браться, узко браться, под углом, канатом делать. Но ты будешь чувствовать, как оно тебе лучше работает. Понимаешь, у всех разные пропорции. Конечно. Главное чувствовать, что ты делаешь и какая отдача у тебя. Спасибо. Очень приятно. Ты понимаешь, дело в том, что, как я говорил в начале тренировки, кто-то занимается полярным, например, бодибилдингом, кто-то пауэрлифтингом, кто-то, не знаю, кроссфит дарится. Но основная масса людей, она вот чем-то средним занимается. То есть для кого-то там основной аспект это фигура, да? Для кого-то сила, для третьих вот выносливость. Но так или иначе, большая часть людей, которые приходят в зал там зачем-то интересно для себя, то есть профессионально заниматься, но все равно нужно объяснять, что такое бодибилдинг, например, да, что вот такой жим лежа, силовой, остановка, все, ну, понятно, и вообще посвящается.
меняется. И Тарик уже делал правильную технику. Это в любом виде спорта техника – это основа. Ты хотите просто погреться, но это, наверное, сейчас на данный момент скучно. Да? Если все наелись, все там какие-то свои рекорды маленькие ставят. А вот сделать технично и понять, что ты делаешь в любом аспекте, будь то там пауэрлифтинг, бодибилдинг, все же рукоборцы, это уже все равно необходимо чаще становится. Поэтому если есть человек в зале, который тот или иной вид может профессионально изложить, интересовать им, я думаю, это очень правильный момент. Поэтому это хорошо, что сейчас в залах есть такие инструкторы. Ну, подход к концу нашей открытой тренировки в зале «Легион». Время уже 10 час, большинство спортсменов потренировались. Сейчас время вопрос-ответ, да, рубрики. Соответственно, что то, что не было задано мне на тренировке, не интересовало, как бы более с конкретной формулировкой можно сейчас задать. А напомню, что спонсор, в том числе нашего сегодняшнего действия, и мой непосредственный, это компания Attach Nutrition, которая предоставила, во-первых, пробники, да, то есть сегодня все посетители зала «Железный регион» могли попробовать продукцию, гейнер, протеин, БЦА, особенно советую БЦА в конце тренировки, да, скажем, на пасашок принять. И сегодня там будут предоставлены нашим спонсорам призы за самые интересные вопросы. Будем вознаграждать наших коллег по цеху. Ну, собственно, абсолютно свободный формат. Задавайте вопросы. Меня больше всего интересует вопрос восстановления мышц. Основной вопрос, собственно. Мышцы не восстанавливаются, они, соответственно, не растут. Я бы даже наоборот сказал. Когда мышцы испытывают стресс, они растут. То есть первично задать мышце нагрузку, чтобы почувствовал невосстановление. Вот когда ты чувствуешь невосстановление, тогда уже стоит прибегать к дополнительным процедурам, да, там, приема пищи, отдыха, сна и так далее, которые позволяют себе восстанавливаться. То есть ты не чувствуешь стресс, если ты не чувствуешь хоть немножко невосстановления, значит, где-то ты не дорабатываешь. А уже потом идет процесс восстановления, соответственно, с помощью питания. То есть не только питание, вообще режим тренировок, сна, отдыха и пищи, куда входит питание. Вот эти четыре составляющие, которые заложники прогресса, будь то величина мышцы, сила. Если вопрос был про питание, то белковый баланс, да, должен быть достаточно высокий, потому что мышцы состоят из белка. Это с одной стороны. С другой стороны, мышцы должны быть глюкогенный источник энергии, то есть это углеводы. Вот баланс углеводный и белковый – это, ну, основа восстановления пищевого мышцы. А уже все остальное можно бесконечно говорить про режим тренировок, сна, отдыха и прием пищи. Большая. Ну, то есть общий ответ на этот вопрос. Соблюдай режим, чувствуй его. А частный ответ – сначала почувствуй невосстановление, да, стресс мышц, чтобы потом уже посмотреть, как ты на него отреагируешь. Да? То есть чуть повыше белковую составляющую, либо там спортпик повыше, чтобы больше спать начнешь и почувствуешь восстановление. Чтобы почувствовать восстановление, надо сначала почувствовать стресс. Вот примерно такой. Ну, а так всегда, то есть варьируется нагрузку, будет прогресс. Если ты будешь всегда давать одну и ту же нагрузку на мышцу, ты не спрогрессируешь. Сколько ты спортивного питания бы не съел, сколько бы ты в норме не спал там и как бы не отдыхал. То есть важно нагрузка, отдача, нагрузка, отдача и так далее. Спасибо. Все, вопросы закончились. У нас есть победитель. Еще вопрос. Андрей, а в какое время суток вообще рекомендуется? До обеда, вечером, на сегодня. Я думаю, это больше зависит от режима нашего повседневного. Ой, мне тяжело это воспринимать, потому что я постоянно занимаюсь профессиональной деятельностью, трудом не связанной со спортом. И время, когда я могу заниматься спортом, это вот вторая половина дня после рабочего времени, после 18:00. Если бы у меня было время заниматься там в обед или утром, я бы мог, наверное, более полно ответить на этот вопрос. Но находясь на сборах перед всемирными играми, режим позволял пробовать те или иные тренировки, но я тренировался в то привычное для меня время. Но при этом я чувствовал, что, например, какие-то, если есть, опять же, время на водные тренировки, какую-то изоляцию, их можно делать, например, в обед, да? Когда не требуется мобилизация всего тела, всего организма, то есть каких-то объемов, силовой работы. Лично мне удобно тренироваться вечером, да, потому что я так привык. Если я студент, который относительно там свободное время имеет, я просто не имел такого времени, еще 4 курса работал. Вот. Или моя работа позволяет мне как бы
в различное время занимался, я бы пробовал, смотрел. Но мое представление, что утром тяжело чего-то добиться. То есть утром это кардионагрузка, там, закрывание углеводных окон. А организм-то не проснулся до конца. То есть он не почувствовал себя, ни связки, как бы ты ни грелся. Да? То есть максимальный стресс надо сделать, мне кажется, во второй половине дня, когда уже после сна. Когда ты отошедший, вошел в определенный ритм, обмен веществ пошел, и тогда уже тренироваться. Поэтому мой ответ после обеда и вечера, как позволяет режим. Не стесняемся. Самые откровенные вопросы задаются. Что попить на набор массы? Опять же, что попить на набор массы? Лучший вопрос. Набор массы, опять же, сначала нагрузка, потом восстановление. Чтобы набор массы получить, надо загрузиться на силовую. На силовую и, соответственно, увеличить в эти тренировки прием таких спортивных добавок, как креатин. Он заливает воду мышцами. Да, увеличить углеводное окно, да, калораж повысить. Соответственно, ты больше сможешь прорабатывать, когда работаешь на силу. Такие добавки. И опять же, сначала нагрузка, а потом восстановление. Просто загрузиться спортивным питанием, либо обычным питанием, не повышая силовую нагрузку, массы не добьешься. Ну, добьешься, но не той массы, которую ты хочешь. Правильно? То есть сначала нагрузка, и потом такое питание, как гейнер и креатин, на мой взгляд. То есть они заливают. И потом как бы вот пропахаться надо где-то, ну, месяц, чтобы почувствовать как бы, ну, эффект вот этого. Но опять же, связка нагрузки с питанием. Так, никто не хочет вот забрать аптечку. Андрей, можно вопрос? Конечно, можно. Вот такая ситуация. Начинаешь активно заниматься месяц, два, три. Как отдыхать нужно? Там, с какой периодичностью? Примерно как-нибудь. Как определить это для себя? Там, потому что у каждого такой организм. Я думаю, здесь... Психология разная. Каждый как бы индивидуален. Вот, как вот именно понять для себя? Потому что для одного через месяц нужно сделать перерыв в неделю. Для кого-то там через два, допустим. Кто-то три там и полгода может заниматься, не отдыхая, как это определить, почувствовать, и там какие, может быть, признаки проявятся там в процессе тренировки. Нет, ну в любом случае перетренированность ее должен чувствовать. Она как в жжении мышц, напряжении связок, так и центральная нервная система, да. То есть апатия к тренировкам, напряжение, там какие-то, ну, главные заморочки. Приходишь в зал, думаешь не о том. Андрей, вопрос такой. Все активно занимаемся в процессе. Сначала тренировок, занимаешься месяц, два, три, потом понимаешь, что устаешь. Вот как определить для себя именно то время, когда нужно сделать перерыв, отдохнуть неделю-две, вот, с учетом того, каждого индивидуального характеристик каждого человека, физиологии каждого организма. Вот. Какие, то есть, может быть, какие-то показатели, там, признаки могут натолкнуть на то, что сказать, хорош заниматься. Ну, сделать какую-то периодизацию. И время, опять же, как определить, вот начал отдыхать, как определить, что все там хорош, а то перебор будет. Вот. Как я начинал говорить, то есть я вижу здесь момент понимания нагрузки центральной нервной системы, то есть твоя апатия к тренировкам, то, что там, понимаешь, вот на моем уровне это бывает, когда я выхожу на пик формы, да, где-то за месяц, за полтора месяца до соревнований, когда у меня идут максимальные веса, мне иногда лень даже, вот, понимаешь, руки завязать, нагнуться, потому что все уже, понимаешь, депрессия идет. Это не от того, что я там какой-то капризный человек, да, там, или с каким-то моим характером связано. Это перегрузка нервной системы, то есть количество тренировок, весов, в твоем, наверное, случае объемов, да, начинает как бы давить на голову. Это нормально, ты себя тренируешь, но вот здесь тоже надо чувствовать грань. То есть если появилась апатия, поменяй тренировку, поменяй упражнение, разнообразие тренинг. Это касаемо нервной системы центральной. Что касается мышц и связок, ты должен очень хорошо чувствовать, делать разминку. Если на разминке чувствуешь уже тяжесть, значит, опять же, пора сделать какие-то изменения добавить, то есть поменять вид тренировок. Ну и с чего я начал? Периодизация. Строй тренинг так, чтобы у тебя была периодизация. То есть ты построил систему тренировок циклами. Например, там, ну, растешь в объемах, потом ушел на силу, либо наоборот. То есть какой-то цикличность тренировок должна быть. Она может быть в неделю, в месяц, в два месяца. Когда ты начнешь делать циклы, то есть, например, ты дошел до веса, ты не просто ушел на другие тренировки или вес уменьшил, а ты зациклировал. Ну, к примеру, делаешь на объемной тренировке, там, на 8 повторов, на 12, да, растешь по весам, уперся в веса, да, то есть не можешь, например, там, ну, жим лежа.
делаешь 80 килограмм там на 12 раз, да, потом делаешь там 85 килограмм 12 раз, дошел до 90, все, у тебя жжение, ты не можешь это сделать. Сделай периодизацию. Начни опять с 80 или с 85, но сделай, дай запас, чтобы вырасти. То же самое по объемному тренингу, да. То есть уперся на каком-то упражнении, сделай запас, чтобы несколько тренировок дойти до максимума. Вот когда ты несколько тренировок доходишь до максимума, ты можешь циклировать. Соответственно, когда ты циклируешь, ты разгружаешься. То есть тебе было тяжело уже 90 делать, ты ушел на 80. И ты дал новый виток как бы развития. Соответственно, можно уходить, менять упражнение. Можно менять подсобные упражнения. То есть замени одно упражнение на другое. Уперся, мышца болит, снял вес и поменял упражнение. И вот на этом цикле ты уже будешь ждать, что ожидать от себя на третью неделю, на четвертую. Вот так ты можешь уже чувствовать свою перетренированность. То есть ты ее, в принципе, прогнозируешь. Вот когда ты начнешь прогнозировать свою перетренированность, ты уже начнешь чувствовать себя. У тебя сам вопрос исчезнет. Я не знаю, насколько я... Да нет, доходчиво. Доходчиво объясняю. Исчерпывающий ответ. Я просто вот в силовых видах это вот и есть та изюминка, которая, ну, дает мастерство. Многие, понимаешь, многие бывают чемпионами в зале. Там, делают безумные веса там, под рекорды мира, выходят на помост, ничего не получается, понимаешь? Заканчивают там с нулевыми оценками. То же самое можно сказать про любой вид спорта, там, про 100-метровку, да, там, про бодибилдинг, не знаю, там, вышел, как вот он перед зеркалом красавчик, вышел на сцену из доски. То есть надо чувствовать веса, периодизацию, надо чувствовать свою перетренированность. И причем не просто я ее почувствовал, мне плохо, нет. Я почувствовал, что мне нужно сделать для этого. Немножко поменять. А самый качественный процесс, когда ты знаешь, что через неделю тебе будет, ты упрешься, через две недели тебе будет предел, через три недели будет беспредел. И ты вот до беспредела, чтобы не развалиться, уже начинаешь циклировать. Вот когда ты пишешь план и ожидаешь, что ты сделаешь, вот тогда получается, что ты контролируешь себя. И естественно, чтобы не перетренироваться, о чем ты говоришь, да, разгружай себя. То есть там, делал, например, в тренировку 8 упражнений. Чувствуешь перетренированность, сделай 6. Сделай на 2 повтора в каждом упражнении меньше, чтобы потом опять уйти на меньшие веса. То есть не провоцируй травму и полный перегруз. Варьируй тренировку. Ты живой организм, да? Сегодня, например, сегодня ты поспал, ты свежий, пришел на тренировку, ты пашешь как проклятый, да, все можешь сделать. А в другой день ты не доспал, чувствуешь усталость. Меняй нагрузку. Вот в этом, понимаешь, основа. То есть, циклирование как в общем плане, когда ты ставишь себе цель, через 3 месяца там, хочу там, увеличиться в объемах, поднять больше вес, там, я не знаю, сделать другую пропорцию, это твоя цель, ты к ней идешь. Так и вот конкретно взятый тренировок. Почувствовал себя не очень комфортно, поменялся. И вот так начнешь чувствовать свой организм и, соответственно, получать максимум тренировок. Вот еще один. Всегда, пожалуйста. Еще один был вопрос про электронитин, наверное. Вот, в порядке, да? Повтори, пожалуйста. Вопрос такой еще не один, наверное, про электронитин. То есть он дает, в принципе, как энергию, да, и также сжигает, то есть сушит. Вообще его эффективность, на самом деле. Насколько востребован, может быть, этот продукт, да? Может быть, это просто внушение какое-то. Ну, кстати, как в латечный электронитин представлен. Он бывает в различных видах, в капсулах, в сиропах, в порошке. Могу сказать, что я этот продукт регулярно принимаю, но, наверное, не так, как его раскручивают в плане маркетинга. Да? То есть я его не расцениваю не столько как жиросжигатель, сколько препарат, спортивное питание, добавка, которая позволяет ускорить процессы обмена веществ. То есть смысл-то, все мы как бы это видели в роликах, то, что свободные кислоты жирные уходят ближе в топку и сгорают. Ускоряется обмен веществ, в результате чего ты потеешь, у тебя ускоряется обмен веществ, кровоток усиливается, то есть я его использую как энергетик. Мне он тут интересен. То есть на голодный желудок я его принял, и короткий эффект, да, немножко как бы вспышка. Вот здесь он мне нравится. Я помню, когда еще как был студентом, и было тяжело вовремя питаться, элементарно на голодный желудок пару ложек карнитина и на 30-40 минут вообще идеально хватало. Без всяких там побочек впоследствии там для желудка и прочего. Поэтому мне он был интересен как в первую очередь ускоритель обмена веществ,
как энергетик. Как энергетик, по сути, да, но видишь, нестандартного действия энергетика. То есть он не от которого глаза горят, а от которого просто ускоряется процесс, тебе хочется двигаться, как бы уже настроение повышается. И в чем его плюс, как жиросжигатели, то есть основные жиросжигатели делятся на две группы. Первый, который повышает температуру тела, да? Не очень. И вторые, которые ускоряют обмен веществ. Вот как раз альтернатин ускоряет обмен веществ, поэтому мне он как бы интересен, я его рекомендую всем, там, силовикам, девушкам, которые переживают за фигуру, мужчинам, которые переживают за фигуру, и просто рядовым посетителям фитнес-центра, как полезная добавка. Главное употреблять на голодный желудок, тогда действительно как он дает эффект. Он несколько фин, да, Да, то есть кофеин, вот от кофеина у тебя зрачки увеличиваются. Ну, да? здесь другой эффект, он мягкий, он приятный. Ну, поэтому спокойно там, до активных нагрузок, пару ложек, через 30 минут отлично. Интересно. Наконец-то. Значит, скоро чемпионат мира, да? Три месяца. А Норвег, чемпионат мира 485. Одолел, да? Конечно, если... А ты сможешь его одолеть? Но в моем случае действующего чемпиона мира наивно подготавливаться на что-то меньше, чем победа. То есть я не рассматриваю изначально там цели, достижения меньшего результата, чем у меня был. А результат он, собственно, не в килограммах, а в чемпионстве. Да? То есть надо поднять немного килограммов, а столько, сколько хватит для победы. Поэтому я могу сказать, что подготовка складывается отлично, и все мои настроения, все мысли исключительно не на какие места, кроме первого. Несмотря на то, сколько присел, пожал, у нас результат суммы, соответственно, по сумме мы будем сравниваться. Спасибо. У кого какие вопросы остались? Ну, если ни у кого нет, еще может последний вопрос, так если интересно. Я уже, наверное, год не делаю полиметяне, представляю со штангой. Но по причине, как из кумала человек пробить. Ну, это я его травмировал, это не из бодибилдинга. Вот, я вопрос такой, гимнастические какие-то упражнения, можно делать развитие позвоночника? Их нужно делать. Если у тебя не получается делать силовую нагрузку, да, в виде приседания, станы и тяги, можно делать, например, приседания в рывковом стиле, да, то есть с элементарным гриппом, протягиваться, да, чувствовать углы, координацию или чувствовать. Работа на гиперэкстензиях, да, опять же, мышечное укрепление. Много различного планкинга с небольшими весами, чтобы закачивать, делать корсет спины. Упражнений много, не надо зацикливаться на каких-то вот основах, да, базах, что ли. Если есть какие-то проблемы, их надо решать. Во-первых, позвоночник надо регулярно растягивать, да, межпозвоночные мышцы, вытягивание, растяжки. Те же вот присед, да, вот я имею в виду рывковый хват. То есть ты на вытянутых руках пытаешься присесть. Вот попробуй сделать с палочкой, получится, сделаешь с грифом. Там не принципиален вес, принципиальна твоя координация и положение спины. Если у тебя спина держит координацию, равновесие, значит, у тебя уже межпозвоночные мышцы хорошо работают. И можно потихоньку, не спеша, там, на 20 повторений, да, набрасывать и держать тонус мышц. То есть здесь пауэрлифтинг ни в коем случае как не панацея для УФП, для здорового образа. На старт работать без веса. Работать с грифом, с палочкой, да, с собственным весом, как с гиперэкстензией, например. Надо вытягивать мышцы, чувствовать эластичность, делать протяжки. Поэтому тут есть аэробные упражнения, все-таки они слабые. Не столько аэробные, сколько растяжка. То есть не задача загнать сердечно-сосудистую систему, получить стресс. Нет, именно растяжка. Да, задача растянуть мышцу, чтобы мышца была эластичная, да, чтобы она могла максимально растянуться и максимально сократиться. Когда ты этого достигнешь, поверь мне, люди с протрузиями, с грыжами позвоночника, там, после переломов позвоночника, когда они начинают растягивать мышцы, они становятся эластичными, я имею в виду мышцы не большие, да, там, связочки межпозвоночные, тогда они могут нагружаться. У меня много примеров, когда с грыжами позвоночных дисков люди там, продолжают поседать там, 400 кг, но не потому, что они там фанаты, да, не только потому, что они фанаты, а потому, что они уже немножко по-другому подходят к этому, понимаешь?
Когда мы молодые, здоровые, мы там хоть с горбом, хоть с любой техникой это сделаем. А тут уже надо раскладывать, да? То есть смотреть, раскладывать движение. Поэтому мой совет протяжки, растяжки, только потом, когда ты вот чувствовать себя начнешь, когда вот со стойки на мостик станешь, да, например, тогда уже можно что-то себе делать. А когда ты зажат, когда у тебя на сокращении мышца тугая, да, ты ее накачиваешь кровью, она все растет. Но уже стрессовую нагрузку ты дать не сможешь, потому что стресс, она вся будет жесткая. Она вся будет эластичной, ты можешь потихоньку расти. Ну, где-то вот так. Спасибо. Ребята там что-то скромно слушают сзади. Есть вопросы у вас, молодые люди? Нет. Ну, значит, не получится приз, а точно пришел. Ну, видно, тренировка уже подошла к концу, и уже у всех личные планы, очень поздно. Вот, я за самые едкие ответы вручаю в банку L-карнитина человеку, задавшему вопрос про L-карнитин от нашего спонсора. Значит, повышайте жиросжигание и обменные процессы в организме. Также хочется поблагодарить молодого человека за пытливые вопросы про пикформы. Надеемся, что его пикформа наступит с килограммом протеина намного быстрее, чем без него. Поздравляю! Ну вот, в принципе, наверное, два вопроса, которые я выделю. Ну, а все остальные вопросы можно задавать на моей группе, на моей страничке в YouTube. Мы, собственно, в большинстве пабликов, где так или иначе идет перепост на мою группу. Задача вообще посвящать спорт, рассказывать о нем несколько больше, раздвигать кругозоры. Ну и есть на самом деле чем поделиться за те 14 лет, которые я дал этому спорту, ну и немножко достиг чего. Поэтому обменим все. It's the fire!